бабочка, бабочка, полюбила казачка. Варшавочка, бабочка, взяла его за рученьку, повела в камору. Взяла его за рученьку, повела в камору. Стала его обнимать, раз душечкой называть, раз душечка душа. В общем, я здесь первый раз приехал сюда в тур, после чего остался стажироваться. Вот уже вторую неделю. Съездил несколько поездок. Мне здесь очень нравится. Природа красивая там. Можно научиться управлять лодкой. Это достаточно интересно. Мне нравится работать с ялами. Сам я занимаюсь в туристическом кружке, так что для меня это уже не новая, так сказать, поездка. Но все равно очень интересно. Мы провели 4 прекрасных дня на парусных шлюпках Ялах Шестерка. Мне кажется, что данный вид отдыха подходит людям, которые хотят провести ненапряжный отдых в красивой атмосфере и в хорошей компании. Меня зовут Татьяна. Первый раз я поехала 8 лет назад в тур, который фольклорный, с казачьим хором. Нам очень понравилось, мы очень хотели поехать еще. И в прошлом году вот мы осуществили еще одну свою мечту. Мы ездили с бардами. Вот, нам очень понравилось. И в этом году мы поехали в этот тур. Вот, он такой совсем фольклорный. Тут было много интересного. Много песен необычных, и русских, и карельских, и жорстких, вот, много узнали, очень было интересно про змей, подержать змей в руках, это было что-то такое уникальное, никогда не держала, они обычно от меня убегают. Детям очень понравилось, сын наловился рыбы, он очень счастлив, младший, вот, старший просто гулял, я здесь еще, у меня сестра, племянница, вот, подруга сегодня в этот раз с нами поехала. Здравствуйте, меня зовут Павел. У меня есть хобби, работа со всякими деревяшками. И вот эту ложку я сделал первый раз в своей жизни. Ложка из клёна на природе. В общем, это великолепный тур с музыкантами, с натуральными инструментами, великолепными людьми, удивительными лицами, которые я давно не видел. Я считаю, что очень важно вести образовательную деятельность, потому что большое количество людей знает только мифы и неверную информацию по поводу данных животных, и когда они узнают о них что-то новое, они лучше начинают к ним относиться, они их начинают уважать, и, в общем, мир меняется в лучшую сторону. Здравствуйте, меня зовут Егор Никонов, я один из уже старожилов Илокса. Мы ездим на Ладогу уже 15 лет все вместе. У нас замечательная команда помощников и капитанов. Мы ходим по ладожским шхерам много-много лет, знаем все бухты, все мели,
С нами очень безопасно и очень вкусно. Сегодня у нас заканчивается этнографический тур. Нам рассказывали легенды и байки, историю Карельского перешейка. Так что, друзья, туристы и вообще активные люди, если кому-то надоел очень сильно город, кто-то хочет посидеть, пообщаться у костра с интересными людьми, послушать гитару, то милости просим. Видите, с погодой у нас вообще сказка.